Запасов лекарственных средств в регионе достаточно. Если будет вторая волна коронавируса, дефицита в них точно не будет. Об этом говорилось почти на каждом совещании местных органов власти. Однако такие популярные препараты, как аспирин и парацетамол, вновь недоступны в аптеках областного центра. С приходом сезонного гриппа врачи призывают к всеобщей вакцинации населения. Известно, немало случаев, когда после прививки у пациента поднималась температура, которую сбить может исключительно жаропонижающий. Средства, которых и не хватает в аптеках. Подробнее в материале Катерина Иващенко. Аспирин жоқ, но күтіп отырмыз. На данный момент аспирина и парацетамола нет. Аспирин закончился, мы ожидаем поставку сегодня вечером. Жители областного центра бьют тревогу. В аптеках не хватает или вовсе отсутствуют необходимые лекарства. Мы посетили несколько аптек и лично убедились в отсутствии в них необходимых препаратов. На складах городских аптек имеется двухмесячный запас медикаментов. Так почему же в Тарас вновь вернулся ажиотаж с лекарственными препаратами? Беспокоятся жители областного центра. Лекарства подорожали в 2, а то и в 3 раза. Плюс появился дефицит. Парацетамол и цитрамон теперь можно и вовсе не найти на прилавках аптек. Почему здесь так дорого? Цены на лекарства кусаются. Сколько ищу парацетамол, нигде не могу найти. А это еще и вторая волна не началась. А что же потом будет? Все подорожало. И продукты, и лекарства. Лекарства резко подорожали. Раньше я покупала противовирусные по 1700 тенге. Теперь же цена на них подскочила. И стоят они 3000 тенге. Действительно ли в Таразе вновь появился дефицит лекарственных препаратов? На вопрос достаточной оснащенности складов аптек необходимыми медикаментами ответственные лица не могли дать однозначного ответа. В свою же очередь медики предупредили, что вторая волна коронавирусной инфекции может совпасть с сезонным гриппом и призвали жителей региона соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования. Стоит отметить, что в регионе уже давно функционируют мобильные группы, занимающиеся мониторингом аптек. Специалисты уверяют, что стабильность цен на лекарственные препараты и достаточная оснащенность ими медицинских учреждений находятся под их пристальным контролем. В Таразе функционируют 203 аптеки. Каждую неделю мы отслеживаем их оснащенность по 21 наименованию лекарственных препаратов. Конечно, не во всех аптеках есть жаропонижающие, такие как парацетамол, аспирин, но есть же и другие препараты. Их можно свободно приобрести. Несмотря на запрет продажи медикаментов на базарах, жители областного центра с легкостью находят трудодоступные препараты и весьма по доступной цене. Ответственные специалисты, отвечающие за формирование двухмесячного запаса лекарств, уверяют, что недостающая часть препаратов вновь появится на прилавках аптек в ближайшие месяцы. Катерина Иващенко, Асылбек Жолшыбек, Азат Байтимир, 77 News.